красиво. Вроде холодно, но тепло, а? Луна. Где? Сейчас я Вике покажу. Викуля, смотри, в честь твоей кошки назвали гостиницу, наверное. Луна. А наша гостиница называется Гратюит. Все для студентов. Как хорошо жить студентом. А мы студенты. Мама студент и папа студент. А наши маленькие студенты еще дрыхнут. Ну, а мы пьем кофе.